Казани 12-13 июня пройдет 6-й фестиваль «Духа в день в Суконной Слободе», организуемый Духосошественским храмом. Фестиваль о духовном, душевном и материальном. Будут обязательно праздничные богослужения в День Троицы и Духа в день, концерты духовной музыки, открытый лекторий со священниками. Будет ярмарка этнических и рукодельных товаров, экскурсии по Слободе, традиционные хороводы и игры, детское царство, уникальная площадка для детей и шоу популярного клоуна. Финалом фестиваля станет гала-концерт, который начнется с мото-шоу, а продолжится выступлениями групп «Ларго», «Бубамара», хедлайнер группа «Ронда». Вход свободный. До встречи в Суконной Слободе 12-13 июня. Место – площадь перед театром кукол «Экият».